Да, Кость. Алло. Где? А, я понял, да. Я понял, спасибо. Я тебя спрашиваю, что? У тебя телефон неделю молчит. На СМС ты не отвечаешь. Дома никто дверь не открывает. Это как вообще? Это я чужой человек, что ли? Нет, почему не чужой? Ну а в чем тогда дело? Я себя плохо чувствовала. Да. Так плохо, что пришла пивка попить и музыку послушать? Я себя действительно плохо чувствовала после аборта. Доволен? Какого аборта? Подожди, подожди. Я еще не понимаю, какого аборта? Эй, ты меня слышишь? Я слышу! Почему ты мне не позвонила? Почему ничего не сказала? Ты что, вот так вот просто взяла и убила нашего ребенка? Моего ребенка! Успокойся, не твоего. Как это? Подожди, я сейчас не понял. Ты что, еще с кем-то спала? Это что, не от меня ребенок был? Ты еще с кем-то спала? Какая разница? Так, подожди, 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 какая разница? Что значит какая разница? Ты с кем-то спала? Слушай, кончай мне вешать лапшу на уши. Я тебя знаю, ты не переспишь с малознакомым человеком. А из реально знакомых у тебя только я и Боря. Ну вот. Что, ну вот? Боря бы с тобой никогда не переспал. Чего это? А потому что он мой брат, а семья для него святое. Даже если ты была мисс Мира, он бы с тобой не переспал. Что, с Борей? А зачем? Ты что, его любишь? А он что, молчал, сволочь? Я его убью. Не надо никого убивать. Да он не виноват, но просто так получилось. Ты не поймешь. Как это так получилось? Вы что, играли в больницу и тут бац и получилось? Я же сказала, ты не поймешь. А ты объясни. А ты объясни. Просто он спас меня. И я как будто чувствовала себя обязанной и не могла им потом отказать. Так, отлично. Мой брат трахнул мою девушку, она залетела, сделала аборт. Угу. Супер. И от чего же такого он тебя спас? Давай закончим. Нет, подожди, мы закончим, когда я скажу, мы закончим. А сейчас мы только начали. Хорошо. Я жду. От чего он тебя спас? От кого? Ну хорошо, от кого? Неважно. Нет, просто интересно. Вы с Борей могли видеть только у моего отца дома, где, собственно, Боря и живет. От кого тебя ему там спасать? От отца, что ли? Допустим. Моего отца? Ты что, не понимаешь?
Мой отец что, хотел тебя убить, ограбить, изнасиловать? Ну да. Ты что, сейчас шутишь, что ли? Я не шучу. Когда? Помнишь, 3 недели назад ты забыл ключи еще тогда и просил меня заехать к тебе и взять их. И я поехала и взяла, но там был твой отец. И он был слегка выпивший и предложил мне тоже выпить, но я отказалась. Тогда он стал настаивать, и я хотела пройти, а он начал что-то говорить, что-то, что я ему давно нравлюсь, что-то такое. Потом положил мне руку на грудь. И потом я начала сопротивляться, а он разозлился, резко повалил меня и стал что-то кричать, злиться, что все мы шлюхи. Я пыталась вырваться, и потом пришел Боря, и он сразу же у твоего отца оттащил, ему, кажется, даже двинул пару раз, и потом он меня начал успокаивать. У меня была жуткая истерика, и он сказал, что он меня проводит домой, и мы пошли ко мне, и... Мне было очень плохо. А тебя не было. Ты мне был очень нужен. Потом... Потом мы выпили и все. Я ничего не понимаю. Мой отец, да... С чего его пить? Я его пьяным 2 раза в жизни видел. И то так, выпивши. А здесь, значит, выпил и стал приставать. Да с чего ему к тебе приставать? У них же с мамой такая любовь. Они когда сексом занимаются, у них кровать трещит. Он же ее любит. В этом-то и дело. Да в чем? Так любит, что просто запил с горя. С какого горя? Я просто думала, ты в курсе. У мамы, у твоей роман с коллегой по работе. Уже 3 месяца, с твоим отцом она уже давно не спит. Да что за фигня, они прекрасно спят вместе. Да? Это когда последний раз дома ночевал? Ну да. Давно, конечно. Бред какой-то. И Борька. Мой брат. Ближе никого не было. Как он мог, сука? Ты так не переживай. В конце концов, Боря тебе не совсем брат. Как это? Ну, то есть, он тебе только наполовину брат. Что за чушь? Ну, почему чушь? Ну, когда он, в общем, когда мы с ним были, я пыталась ему сказать, что ты не можешь так поступить с Игорем. Игорь твой брат, ты не можешь так поступить, в смысле, со мной переспать. А он тогда, ну, выпивший был и сказал мне, что ты ему сводный брат. Что за мексиканский сериал?
Как он мне не брат? Ну, вроде как. То есть, как бы только наполовину. У твоего отца когда-то был роман на стороне. И твоя настоящая мать, она умерла при родах. А мать, ну, Ирина Антоновна, она все потом узнала, простила и приняла твоего отца и тебя тоже. Взяла и воспитала как своего. А, ну, Борька, конечно же, об этом и не знал. То есть, это ему мать сказала, когда отец, ну, запил, когда узнал про ее роман. И он тогда ей позвонил, начал что-то кричать, выяснять, что-то кричать, что ты шлюха. А мать ему тогда и рассказала, как отец у тебя на стороне нагулял, и она простила и приняла. Вот. Ну, я бы, конечно, не стала рассказывать, но все равно это все как-нибудь наружу выйдет. Все равно уже Борька знает, и потом... Ну, он тогда, конечно, поклялся маме, что никого, как бы, тебе ничего не скажет, но проболтался мне и... Дана. Приходи здесь. Как дела? Херня какая-то. Мне вообще не понравилось. Слушай, черт с ним, с Борей, с папой, с мамой. Я тебя очень люблю. Слушай, ты мне очень нужна. Мы все исправим. Все, все, прости, прости мои истерики. Прости меня, пожалуйста, прости. Ты ведь меня любишь. Прости, я... Правда, прости. Я не люблю тебя. А кого ты любишь, Борю? При чем здесь Боря? У тебя что, кто-то еще есть? Да нет у меня никого. Ну почему сразу кто-то есть? Я просто тебя не люблю. Понимаешь? И я пыталась себя убедить, но я давно к тебе ничего не испытываю. И дело тут совершенно не в Боре и не в аборте. Я понимаю, что тебе сейчас очень больно это слышать, но ты же не хочешь, чтобы я начала тебе врать. Нет, врать не, конечно. Ну, не люблю я тебя и... Ну... Я... Люблю тебя, но... Как близкого человека, но... Но не как мужчину, понимаешь? Не люблю. Да, я понимаю. Я понимаю. Игорь, прости, насчет Бори я соврала. Не было с ним ничего, я не знаю, сорвалось как-то. Ясно. И насчет изнасилования тоже. А насчет мамы и ее романа? Да, тоже.
про твою настоящую мать и про то, что Боря сводный брат. Не знаю, прямо черт дернул за язык. Прости. Что, типа шутка? Розыгрыш? Да нет. Ну так слетело с языка, прости. А раз в Боре ничего не было, значит и аборта не было? Нет, аборт был. От тебя. Просто не хотел делать тебе больно. Больно не хотел? Ну а про остальное? Что? Что ты меня не любишь, это тоже шутка? Нет. Это не шутка. Я правда тебя не люблю. Поэтому я аборт сделала. Прости. Пожалуйста.